ребят, с нами Дэвид Лауто, продюсер игры Reckoning. И сейчас мы зададим ему несколько вопросов. Сюжет игры разворачивается в фантастическом мире под названием Амалор. Расскажите нам о нем поподробнее. Мир Амалора находится в состоянии войны последние 10 лет. Раса людей и эльфов жили в мире с расой бессмертных, известной как Фей. Вплоть до того момента, когда Гетфлоу, представитель расы Фей, провозгласил нового загадочного бога. Новый бог потребовал уничтожения смертных рас. Он принес войну в стан людей и эльфов, и с тех пор мир находится в катастрофическом состоянии. Жанр игры был анонсирован как микс экшена и RPG. Оба жанра находятся на равных или нет? Наверное. Я бы не хотел разделять их настолько точно, но скажу, что нашей целью было создать интегрированную систему экшен-боевки с глубокой структурой ролевой игры. Какие существуют возможности для кастомизации персонажей в игре? Что игроки могут сделать, чтобы их герои выглядели уникально? Вы можете выбирать между четырьмя разными расами – мужским и женским полом, а затем применить уже заготовленные варианты лица персонажа или попробовать самому подобрать нужные параметры. Например, выбрать цвет глаз и оттенок кожи, татуировки, пирсинг, прическу и множество других мелочей, чтобы ваш персонаж соответствовал вашим ожиданиям. Есть ли разница между компьютерной и консольными версиями игры? Никаких принципиальных различий нет. Очевидно, что устройства ввода разные. На компьютере у вас клавиатура с мышкой, а на консоли геймпад. Поэтому нам пришлось внести изменения в соответствии с устройствами ввода. Но на уровне контента компьютерные и консольные версии игры полностью одинаковы. Есть ли в Reckoning стелс-элементы и техника взлома замков? Да, и если вы захотите углубиться в эту дисциплину, то у нас есть класс Rogue, использующий стелс-элементы. С его помощью вы сможете взламывать замки и играть скрытно. И делать это можно как ради добра, так и со злым умыслом. Но в этом случае берегите стражи. Назовите, пожалуйста, три вещи, которыми вы особенно гордитесь, говоря о Reckoning. Лично мне очень нравится акцент на боевой системе, как и созданная нами мотивация играть в игру от часа к часу, день ото дня. Вот это мне нравится. На третье место я, наверное, поставлю влияние создателей игры. Сюжет Ариса Сальваторе, прекрасное художественное руководство Тодда Макфарленса и тонкое понимание геймплея Кеном Ролстоном. Спасибо большое за интервью, Дэвид. Я уверена, что игра получится отличной. Вам спасибо.